Всем привет, ребят, добро пожаловать на канал Traveling Trader, и это уже шестая часть по прохождению второго Dying Light. В прошлой серии мы закончили на том, что я проходил немножко дополнительной миссии и проходил сюжетку. И сегодня мы будем продолжать, проходить сюжетку и закончим с парочкой дополнительных миссий. И начнем мы с дополнительных миссий. Перед началом видео не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну что ж, давайте начнем. И первая дополнительная миссия — это будет пропавший без вести. А я все твержу, что зима близко. Да что ж у меня метки случайно постоянно ставятся. Кстати, это после того, как прошло время от 5 до 6 серии, я много побегал. Много покачался, там покачал себе ловкость, силу, расследовал всю карту и повыполнял практически все миссии. Я, если что, снимал, как я их проходил, и потом либо раньше это видео, либо после этого видео выйдет видео, где все эти... Если удастся собрать все прохождения миссии в одно видео, то я выложу его. Так, все, давайте теперь начнем прохождение не дополнительных, а то уже не терпится сюжетку проходить. То я замечал, в последнее время мало проходил. Кстати, он, видите, как я намного больше все прокачал. И немного разобрался больше с управлением, там, и навыки, и узнал новые функции. Так, кстати, ночь началась. Так, тут уже недалеко осталось. Кстати, я когда бел, я еще залутал... Я залутал центр изучения в эти здания большие ВГМ и лутал ВГМ аномалии. Было два здания ВГМ, там ничего интересного, там просто лутаешь. В ВГМ зданиях просто прячешься от зомби. Давай, выше. Просто прячешься, короче, от зомби. Ну, залазь. Не хочет. Ладно, по-другому. Короче, лутаешь из здания, и либо тихонечко уходишь от зомби, либо с ними дерешься. Так. Пусть это уйдет. Озу. Часть текстуры. Слышит он. Так, база миротворцев. Короче, поэтому здание не сильно интересно, я не буду. А потом я в этом видео как-то ставил момент, как я лутал в этом аномале. Даже сейчас я на монтаже ставлю момент, как я лутал. Короче, я залутал с трех попыток. Потому что меня убивали. И то было аномалия четвертого уровня. Ай, она меня бьет. А я думаю, нет. Ну ладно. Ну, залазь. Поищите Клиффона, мосту дьявола. Все, вроде бы отстань, что-то погоня. Ну мне же сюда, правильно? Вот. Обыскать здание. Кассета. Счастье. Правда, плохо, что ночью сюда выбрался. Ну ладно. Так. Хорошо, тут все закрыто. Никто не проберется. Так, а тут... А, тут ничего. Спускаемся вниз, похоже, потому что больше некуда идти. Так, вырубаем. Все. Так, отлично. Ну, можно не лутаться, потому что много лутаться, поэтому давайте залутаем пару ящичков. И все. Yeah.
Так, опа. Грибы это по... Нет. Вырубаем зомбика. Кстати, полечиться бы. Так, хорошо. Некоторые иногда бахуют немножечко, ничего. Хотя тоже. То я хочу побыстрее. О, кстати, снизу что-то фиолетовое горит. Значит, мне тоже надо как-то вниз спуститься. Так, а как? Нет, я отсюда пришел. Кстати, знаешь... А, вот, по лестнице, что точно. Так, тут закрыто. Я тут не пролезу. Тут какие-то укрепленные штуки стоят. Опа, вот, куда-то я пришел. Так, я, кстати, хотел вот эту штуку взять. Так. Ага, не мир. Разбью, правда, как-то странновато. Да-да, бывает иногда анимация подлагивает. Так, ну, а это я, наверное, похоже, залутал. Так, иди, вот оружие сразу же разбирать, потому что это ненужное оружие. Вот это неплохо. А, нет, это плохое. Все вот так. Кстати, это сейчас куда-то дверь. На улицу? Ой, да. Не, я закрою лучше. Так, а я, кстати, уже рядом. Нет, сломать не буду, давайте сразу. Заходим. О, кто это? Дэмиан? Дэмиан? Не, я Клифф. Ого, какое невероятное сходство. Охрана! Стой, стой! Я Дэмиана. Как ты сбежал? Сбежал? Мне незачем бежать. Так ты не... Ты с ними заодно, да? Ну, да. Послушай, Клифф, что меня правда интересует, так это убийство командира Лукаса. Миротворца? А что с ним? Это не вы его убили? Нахер нам это делать? Мы не самоубийцы. И у нас есть дела и поважнее. Например, ты. Я? О чем это ты? А вы с Дэмианом так и не поняли? Ну ладно. Я люблю своего брата, но он тупица. И всегда им был. Дэмиан, это Эйден. Ты меня слышишь? Да. Ты нашел Клиффа? Да, но... Привет, братишка. Ты нам очень помог, прислав их сюда. Доктор Вальц очень доволен. Какой Вальц? Вальц? Он наш босс. Босс? Клифф? Что? Я не понимаю. Да. Они меня схватили. Но теперь я уже с ними. Пришлось прикинуться, будто меня хотят убить, чтобы ты сделал то, что нужно. Ты сделал? Что? А только не конючь. Это был единственный способ заставить тебя. Как ты мог так поступить? С ребятами, которых я втянул и... Послал нас... А, все, я вспомнил о ком-то, то я уже забыл просто, что это, извините. Чьей благой цели? Босса, конечно же. А теперь ты прислал парня, который нужен боссу больше всего. Не дамся. И шо, драться будем? Это он, парни. Тот, у кого игрушка доктора. А шо мне за игрушка? А, я понял. Клифф, твою мать, о чем ты говоришь? Док будет в подставике! Да я сейчас вас так... Вали его! Все.
сейчас. Вот получай. Думай быстрее. Нравится? Да, нравится. Я тебя... Попробуй вернуться. Так, кстати, вот новая способность. Так, вот долбанулись у кого-то. Так, заберем. Вот тебе. Потом... А, вот. Бум. Вот, давайте-ка... А, я его даже так... С высоты. Ну, ладно. Так. Облутаем. Баночки. Еще облутать. Это похоже тех, кого он посылал сюда. Кто, если что, не понимает, что за миссия, посмотрите. Прошлые с моей серии по прохождению Dying Light. Так. Мне же сюда, наверное. Ага, Клифф, давай сразу. А тебя стой. Уничтожьте его! Так, я вот эту возьму штуку. А, бывает. Я его просто на шипы и все. Ты все еще вот здесь? Ты. Ой. Ответь, Дэмиан. Ты меня слышишь? Так, о, что это у нас? Айтер. След помог? Не, это тупик. Не удивлен. Что будешь делать? Копать дальше. Давай. О. Нашел. Отлично. Дача обновлена. Кстати, а что это за ботиночки у нас? То, кстати, у меня все легендарное. Не, у меня лучше. Коллекции, коллекции вот это. И дневники, как всегда, что-то есть. Так, ладно, все. Все, продвигаемся. Дальше что-то по новому по оружию. Разбираю сразу же. Разбираю. А вот это может пригодиться. Так, кстати, я... Да, я его, похоже, солтал. Ну все, так, теперь куда мне надо? Вернитесь к Дэмиану. Так, а как мне? А, наверное, через то, где я ходил. Ой, не-не-не, я ж не заметил, как пройдет. Так, мне... Сюда. Отлично. То сейчас я могу быстро бегать и кучу трюков взять. То, что я как рассказывал, прокачал очень сильно. Все выносливость, скорость, так. Отсюда так туда. Кстати, смотрите, если сейчас. А, ну еще, кстати. Мне больше восстанет почем. То я не помню, так был тогда у меня навык этот или нет, то сейчас легко могу. Не разбиваться с 3-4 этажей. Прыгая. Это что у нас? А я это синяя мака. Где еще? Давай. Все. Кстати, какой-то сейчас есть в игре буст там по скорости и по. По скорости и по лечению, поэтому мне сейчас вот так... Либо это я так и должен регенерироваться, либо это сейчас в игре просто буст стоит. Из-за чего я так быстро регенерируюсь. Рыбий глаз растеряет. И клиента. Очень много регенерирую. Здоровье.
Так, все отлично. На базаре уже. Дэмиан, в чем дело? Пусти меня! Слышишь меня, Дэмиан? Открой дверь, или я ее выломаю! По крайней мере... Что случилось? Где Дэмиан? Он заперся в башне. Из-за чего? Понятия не имею. Несет какую-то чушь, что он в чем-то виноват. Что-то с ним не то. Он не отвечает по рации. Болтать он явно не в настроении. А это знает другой в башне, просто когда тут белый изучал. По крайней мере, обычным путем. Кое-кто пытался забираться по стене, но потом их приходилось отскребать от земли. Я попробую. Да там легкотня. Я когда исследовал базар, я находил там тайничок, там и чертеж был. Кстати, мне кажется, ли у меня как будто слишком близко стал экран. Так, видео. Резкость, гамма. Не, поле зрения, но то мне кажется, как будто оно... у меня экран ближе стал. Может, показалось. Ладно, ну так. Вот, вот здесь вот можно вот, вот, да, скарабкаться. Давайте залазим. Так. Нам нужно в башню, а то тут просто очень много ходов. Нам нужно именно туда наверх. Окей, поднимемся. А, кстати, по сюжетке сейчас должно, если я правильно все понимал и изучал, должно быть что-то имбовое. Поэтому смотрите идти до конца. Потому что в конце будет сюжетка, а там мы вроде бы что-то топовое включим там и либо сделаем, если я все правильно понял. И что-то активируется. Так. Дэмиан! Стой или спрыгну! Постой! Ладно! Я стою. Расслабься, Дэмиан. Давай успокоимся. Что тебе нужно? Поговорить. О чем? О жизни, о твоем брате. Ого, еще и время. Не знаю. О жизни? Нахуй иди. Ты сейчас на этом зациклился. Что ты жив, и что из-за тебя погибло столько людей. Дэмиан? Я убил их. Их всех. Послушай, все и так было плохо, как ни крути. Ты же не злой. Ты пытался спасти своего брата. Тебя загнали в угол. Но мой брат — это один человек. Один. А я убил столько народу. Нет. Послал их на смерть. Сам ты никого не убивал. Какой у тебя был выбор? Поверь мне, я делал много плохого во имя добра. А иногда просто делал плохие вещи. Но я не злой человек. И ты тоже не злой, Дэмиан. Я злой. Я мог найти другой путь. Но не стал искать. Когда я закрываю глаза, то вижу лица всех ребят, которым говорил, ты здесь новенький. Они все мертвы. А теперь и мой брат тоже. Из-за меня. Нет, не прыгай. Я так больше не могу. Можешь. Ты можешь доказать, какой ты сильный на самом деле. Живи своей жизнью и пытайся прожить ее правильно. Ничего не исправить. Я не смогу загладить вину. Прости. Эйден. Твой брат кое-что сказал мне. Что? Прости. Перед смертью он кое-что мне сказал. И ты ждал? Говори. Вопли тебе не помогут, Дэмиан. Иди сюда и давай поговорим. Если это уловка, Эйден, то паршивая. Она не прокатит. Я сразу же прыгну. Это не уловка. Правда, он кое-что сказал мне. Только ты должен слезть оттуда, ладно? Хорошо. Назад! Не торопись, ладно? Говори. Подойди ближе, чтобы мы могли говорить нормально. Говори! Ладно. Он сказал... Твой брат Клифф сказал, что он любил тебя. И он не хочет, чтобы ты винил себя. Он взял всю вину на себя. Он сказал, что ты всегда был лучше него. Чушь! Клифф никогда такого не говорил. Он был мразью. Мой брат был сволочью. Он так сказал.
Он хотел, чтобы ты жил. Он не хотел, чтобы ты нес все это в себе. Клянусь. Ну, есть только один способ узнать. Нет. Я должен спросить его. Но он мертв. Точно. Нет. Нет. Не повезло. Так, теперь мне бы спускаться только нормально уже. Грустно. Ай. А, кстати, дело. Его не могли прям за секунду убрать. Его здесь нету. И какая непроработка. Ладно. Что у нас по заданиям? Вот это. Так, это мне куда надо идти? Сюда. Кстати, вот это место, если вы спросите, если я изучал карту, то это место изучал, но постоянно почему-то после того, как я перезахожу в игру, оно встает неизученным. Это станция метро. А эти я еще не могу изучить, потому что они под землей находятся, а мне туда вход закрыт. Так, теперь давайте пойдем на последнее дополнительное задание. И сможем проходить сюжетку. То я хочу просто проходить все, которые тут существуют, дополнительные задания. Аккуратно. Так, а что мне тут надо сделать? Не... Да что я все метки ставлю? Нет, вот это. Так, разузнайте о новой угрозе. Так, мне... Нет, нет. Ноги лучше не возвращаться, потому что я вспомнил, что это. Это где мне какого-то надо большого монстрика вроде бы убить. И, кстати, это 4 уровня, и у меня как раз сейчас 4 уровень. Меня недавно прокачал. Поэтому давайте сейчас лучше поспим. Утром мы все сделаем, когда уже никого не будет. Так. Что тут у тебя? О, неплохие штучки есть. Так, я хотел бы тебе продать. Вот это можно. И так, и вот это продам, так, вот это продать и разные продать, потому что оно только для продажи, и все. Все, теперь идемте спать. Все было бы проще. О, кстати, давайте парим. Хотя нет, не будем парить. Это просто девочка, которая и по сюжетке была, и в дополнительном задании. Поэтому, кстати, эти оружия можно взять, чтобы использовать. Давайте возьмем вот это, а это пусть лежит. Так, что я хотел еще? А, и боеприпасы нельзя складывать. Так, все. Поэтому идем. А, я ж поспать хотел, так. Тогда это возьмем сюда, это сюда, сюда, это сюда. А у меня тогда остается только плохие оружия, которые именно как тяжелые. Мне их как дубины, их тяжело использовать. Поэтому давайте вот эту продадим сейчас и купим новенькую. То у меня и монет много, чтобы куда-то тратить. Так, мне вот этот понравилось. Покупаем. Потому что у меня больше 40 тысяч было. И продадим где? Вот эту. Мне ж недорого, ну ладно. Так, теперь вещи. Так, я бы... А это разобрать может. Хотя нет, это я тоже продам. Продать. Вот эту, все. Готово. Так, беру вот этот топор. Либо вот эту штуку. Кстати, что-то она с электрической. Так, ладно.
А, спать, то и все. Что-то делать. Лою делаю, забываю поспать. Все, спим. Агар был силен. Все, поспали. Получили бонус ночного времени. Скоро у меня будет новый уровень силы, можно какой-то навык получить. Кстати, если вы замечаете, подлагивает с базара, я не знаю почему. Ну, бывает иногда, когда я выхожу с базара, подлагивает. Так, а теперь мы можем спокойно разузнать о новой угрозе. Кстати, смотри, сейчас. Вот так вот можно пролетать, когда... Ой-ой, горящая щемутантик. Чтобы... Нажмите, чтобы... Привести... Надеюсь, не умеет ничем питаться. А, это... Ой-ой-ой, не туда. Это зомби. Чё их тут так много? Давайте тогда убраться. Сейчас бабахнет. А ему лампочка. Ой. Давайте возьмем вот это, потому что у меня такая штука больше. Кстати, Люба, он иногда... Да. Еще это рыгающая... Придумал. Не рыгай. Ой-ой-ой. Все горит. Так, отойду пока. Полечусь. И сейчас вернемся. О, все, серьезно, так легко. Я думал, я его сейчас 200 лет буду выкупать. Не знаю, как обниматься. Опа, и очки, и навыки, точнее. Так, бой. Так, нет, стрелять. Я тут какой бы лучше. Так, вот это. Вот давайте вот это. А потом будет... Что можно наступать на голову, это имба, когда... лежат зомби, либо персонаж. Так, я шучу. А, это все, это конец задания был? Дневник? А, нет, нет. Разузнайте новые угрозы. Да сколько этих угроз? Так, и куда? Ага, мне туда. Хорошо, тут мешок делать, ладно. Все, побежали. Интересно, когда мне будет доступна трюк-кошка, потому что вроде бы она здесь, вроде бы она должна здесь быть. Наверное, в новом городе. Я еще ночью. Вот видите, я спрыгнул с четырехэтажки, мне все равно. Нет, такие крутые навыки. Вот то, что я говорил. Место, которое тут постоянно под знаком вопроса, это вот станция метро. Требуется электричество. А требуется электричество, это вроде бы по сюжетке надо. И по сюжетке еще водонапорная станция. Я вот не помню. Мы по сюжетке вроде бы сейчас будем либо водонапорную станцию захватывать, там, включать, либо электростанцию. Потому что если электростанция, метро. А метро, это можно путешествовать. Это как быстрый телепорт в игре. Тут, наверное, опять какое-то великанище будет. А может и нет. Хорошо.
Кстати, я еще научился вот так вот. Ладно, прикольно. Да, опять великан, только какой-то токсичный. То это огненной токсичный, там еще, наверное, и 200 тысяч будет. А я горю. Ой, сейчас умру. Нет, 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 нет. Короче. Стрей. Сейчас оно само отрехенит. Я полечусь уже. Там же зомби. О, все. А я токсичность опять. Ай-яй. Нет, кто меня бьет там? Когда я рефинс, теперь я полечусь. Да нет, 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 не кусайте меня. Что-то все горит, взрывается, рушится. А вы что? Да не троите вы меня. Тут что-то столько всех развелось. И зомби. Какие-то... Понятно, кто. Все. Так, давайте вот это просто вот так. Так, вот это рыкающего надо убить. Есть. Ну и еще вот эти научились прыгать. Да не бей ты меня, я уже устал. Ну эти кидающиеся, блин, тут. Не дают мне покоя. Я сейчас все бинты использую. Ну дай мне полечиться. Так, все. Где еще? Все, мне надоело. Буду брать сам мощь. А, бывает. Всех разбил. Так, это, кстати, что, все? Дневник нет еще. Познать новую угрозу. Я буду, короче, этой штукой бить, потому что она чуть ли не в 3 раза мощнее того. Мне надоело. Да я на. Омертвляться. Раньше. То раньше. Я бывало воевал даже так, что бинты не нужны, а сейчас только я их использую. Кстати, это новая угроза, то что продолжение задания так далеко находится. Давай быстрее залазь, то они умеют кидать метательные штуки. Что-то такая прикольная музычка заиграла. Dead Light. Шо, куда?
Так, кстати, мне надо вот такие места получать, то у меня скоро вообще не останется ничего, чем можно будет лечиться. Все, почти. Теперь все. Так, все. Теперь просто бежим. Зачем мне фонарик? Так, половина пути уже пойдет. А, не, не половина. А, не, половина, половина. Так, поднимаемся. Так, вот такие места. Лутать, лутать и лутать. Ну, еще. Даже хила можно накрутить. Неплохо. Залутать просто ресурсов. Поэтому давайте сразу же вещи. Не, ремесло. Крафтить максимум хоть два пункта всего лишь. Надо будет потом как-то полутать много ресурсов для бинтов. Ой-ой, случайно нажал капсу, то есть нажать капсу, он развернется на 180 градусов. А, кстати, еще когда я по сам играл, я все сейф-зоны, типа, все полностью карту попытался изучить, все что мог. И выполнять все миссии, чтобы просто вот это последнее, наверное, чтобы, например, делать отдельное видео по сюжету и отдельное видео по прохождению миссий. Потому что... Так, еще можно сейчас быть накрасить. А то сюжет плюс миссии, это выходит, что... Большая часть видео это дополнительные миссии, и там небольшой кусочек это сюжет, и как-то неинтересно и скучно. Сюда допрыгнем, допрыгну, сюда. Как это я не допрыгнул? Давай, ну, сбирайся. Ты что, не можешь? О, наконец-то. Давай. Почти на месте. Да не знаю, сколько мне этих еще, так сказать, угроз. Уничтожить. Ай, сразу. Что ты ко мне лезешь? Что ты мне так сделаешь? Вот, ты принял. А, все. Кстати, это оружие реально. Бану так всех люто рубает, но это просто... Не, я... Но плюс очень прочная, с хорошими этими, и еще, но вроде бы какой-то, если твой уровень, типа, повышается, и именно, что чем больше просто твой уровень, тем сильнее зомби, то вроде бы чем выше твой уровень, тем мощнее оружие. И плюс, если по моему уровню сейчас оружие где-то до 70, максимум 80 урона, то это аж в два, почти в два раза больше, что это имба. Так, опять. А нельзя меня было послать сначала на то, а потом на эту? Сколько этих гигантов? Если был огонь, токсины, электрика, то еще должен быть, наверное, обычный. Я не знаю, какие тут еще есть не, штуки. Я только эти три знаю. Ну, давай. Останавливаю выносливость. Он тут хорошо быстро восстанавливается.
Так, бежим. Надеюсь, четвертая либо пятая часть будут последними, и потом мне и потом мы уже пойдем на сюжет. Потом... И в следующих всех прохождениях тоже будет только сюжетка. Только если не появится, ну, там может одна миссия. Но это если я перейду в новый город, потому что их тут два. Так, подкат у меня еще нету. Да, подкат я еще не изучил. Половина опять пути. Так, а тут можно неплохо побежать. Давайте быстренько заберемся вот таким вот образом. Все, я почти здесь. Кстати, что это за место? Где это я нахожусь? Тут просто какая-то огражденная территория, зомби вообще нету. Закрыта какая-то парковка. Ну, тут вообще нет ни одного зомби. Можно пойти. А, это я здесь был, тоже на подземную парковку ходил лутаться. Теперь понятно. Поэтому это можно считать как сейф-зона, но не сейф-зона. Кстати, почему я не понимаю, где захватить. Ой, а у меня тут что, три гиганта? А, да, три гиганта. Повезло. Так, сначала с тобой разберусь. Еще кучу зомби. Так, а что у меня есть? У меня... Чтоб с ними нормально сражаться, ничего нету. Ну хорошо, своих тварей. Ай-яй-яй. Меня полечит игра? Игра, полечи меня. Есть один, но у меня просто два оружия, то я их легко сейчас выношу. У меня плюс как раз подходящий уровень для файта с ним. Ой-ой, тут меня не было. А, всего лишь ударом только я его добил. Повезло. Так, а те одного еще я убивал. Это два, а где третий? Обычный зомби. А, вот, кстати, третий был. Так, и все. А, нет, а теперь страшный страшный великан. Страшный очень великан. Часть 5. Наверное, страшный великан, я думаю, это будет типа такая же версия,
Только опрос, он будет обычный, и это, наверное, думаю, уже будет последний. Так, где он у меня находится? А где он? Ну. Я его отслеживаю, карта. И где этот страх? Бейте оставшиеся хранилки. Каких оставшихся хранилок? Я не понял. Какие оставшиеся хранилки? Здесь никого нет. Типа вот эти. Или это мне надо делать? Я, кажется, понял. Вот сюда сейчас идем. Там должно быть хранило. Да. И здесь просто много зомби хромил нету. А где они? Я не могу понять. Наверное, просто по карте где-то 10 бы таких великанов находится, и мне их надо найти. Похоже. Давайте попробуем сюда. Как раз это. И тогда возьмем сразу уже выполнять сюжетку. Потому что, похоже, мне просто надо будет 10 найти великанов. Да. Почему зомби на них не нападают? А, нет, все нападают. А где вот эти? Куда я бегу? Люди всегда чем-то недовольны. Мы живы. Ну, ерунда. Так, сюда. Сейчас наконец-то пойдем за сюжеточку. Кстати, я не ждал, вот когда я к ней дойду, вот сейчас расскажу. Я когда бел, изучал карту, то когда вышел с базара, была одна фраза, которую говорил персонаж. Ну, не по сюжетке. И когда пробегал рядом с этой местностью, тоже там говорили одну фразу. Сейчас коротко расскажу. Так, вот это. Тут, наверное, а тут тоже нет никаких великанов. Ну ладно, тогда идем сюда. И, короче, рассказываю. И когда я выходил, они говорили, что это типа ловушка, там нас поймали, убили. Или что-то такое. И тут примерно то же самое. Мне сказали с этими сражаться, чтобы убить кого-то. Вот это похоже не. Ну я сейчас быстренько. С одного. У меня оружие, конечно, два, а сюжет вообще для первого уровня. Все мертвы. Ёбаные твари. Найди кристаллы. Они были у Сьюзи. Так, вот сюда. А, кстати, не этих и убили. Карл, его увели. Что? Куда? В свой лагерь. Мы должны... Сьюзи. Сьюзи, где кристаллы? Сьюзи! Все. Кажется. София, я нашел Сьюзи. Мертвый. Поверить не могу. Сначала птичка. Теперь она. Черт! 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 Ты ничего не могла сделать. Нет. Но это я отправила их туда. Люди Джо похитили Карла. Шо? И я не вижу кристалл. О! Блять! Черт! Ебаный! Громила! Огромный уродливый ублюдок! Он медлительный. Просто осторожнее. Осмотри другие тела. Может, кристаллы еще там? Да. А, все? Я вот так легко убиваю?
А, ну я что был там. Первый уровень сложности. То есть он тут сейчас тут тоже так же легкий. Не так, да, так, искать. Тряпки. Так, тут. Тряпки. Поискиваем тряпки. Так, что тут? Тряпки. А, и вот эти тряпки. Да, они тут прям появляются. Где? А, вот они. Софи, у них все забрали. Наверное, еще до твоего появления. Все пошло не так. Ладно. Давай отсиживаться. Встретимся в Лазерджек и Джош на крыше у эстакады. Мы отправимся за Карлом и за нашими кристаллами. Джек и Джо заплатят за все это. Встретиться с Софией. Так, а София, если кто-то не помнит, это вроде бы главное. Как дела? Ты жив, парень? О, сейчас посмотрим. Черт, становлюсь сентиментальным. Не говорил такого с третьего раза. Я ценю это, но не слишком надейся. Замуж я не собираюсь. Узнал что-нибудь об убийстве? Я слышал, как брат Софии говорил что-то о смерти Лукаса. Но это пока все. Но теперь у них новые неприятности. Бандиты, о которых ты говорил, взяли в заложники Карла. Вот дерьмо. А вот Карл именно. Это ж главный. Я помогаю ему вернуть. Хорошо. Вроде. Забою ее доверие. Так мы сможем выяснить, что они знают. Главное, чтобы они ничего не заподозрили. Если ты сможешь это сделать, Айтер пропустит нас в центр. О, как раз, кстати, мне сейчас, когда горю, должно хорошо по регенте, я отличусь пластырями своими. Я, кстати, ремесло. Создадим еще немножечко. Все. Давай лечи. А что не мог полечиться? Я вот шмаш, но не лечь. Ну ладно. В смысле не подлег, враги. Все против. Давай. Привет, Герман. Где Софи? Ты почему не на задании? Ты бы там пригодился. Ладно. Похоже, я должен подождать здесь. Супер разговоры. Так и так я должен лежать до какого-то момента. Ой, а где это я проснулся? А, это опять мои сны галлюгены, когда я люблю спать. А теперь, кстати, могу двигаться в этой больнице, имба. Что-то за доверие ты, кажется. Мия? Следуйте за голосом. А, люки. И, либо воспоминания, что-то такое. Иди сюда! Да иду я. Мия! Я что, я сейчас увижу? Взрослый или... Айден, да что с тобой такое? Мия, где ты? А тут нет чутья выжившего. И бегания, и прыжка. Ничего здесь нету. Мия, о нет, 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 нет! Иди спасай, давай же. Она взрослая тетя. А нет, мое сражение проснулось. Я ее почти спас. О. Джек и Джо заплатят за то, что сделали. У меня сразу были нехорошие предчувствия. Я понимала, что план Карла — дерьмо, но не стала с ним спорить. Почему Герман не был на задании? Против той зверюги они бы не выстояли. Он силен, но беспомощен, как ребенок. Бывает.
Громадный ребенок. Ты не понимаешь. Герман почти глухой. Он был телохранителем моей матери с тех пор, как я себя помню. И после того, как она умерла, он остался с нами. Однажды в моем убежище погас свет. Зараженные залезли внутрь через окно. Герман преградил им путь и бросил гранату в ближайшего. Кстати, да, здесь есть граната. Он выжил при взрыве, но лишился слуха. В открытом бою он практически непобедим. Но если к нему подкрадутся сзади, он беспомощен. Смертельно опасная ситуация, особенно для него. Вот почему я предпочитаю за ним присматривать. Иногда я задаю себе вопрос, кто за кем приглядывает? Понятно. Не вини себя. Могло быть хуже. Если бы я только послушала себя, у нас была бы вода, и многие были бы еще живы. Ты делала то, что должна. Просто выполняла приказ Карла. Да, но я не позволю ему привести базар к гибели. Понимаю. Как ты думаешь, Джек и Джо причастны к убийству Лукаса? Джо, возможно. Он полный псих и вор. Он знал, что миротворцы хотят его повесить. Но Джек ему не позволил бы. Он трус, но далеко не глуп. Понятно. Так, ладно. Так какой теперь план? Теперь я буду доверять своему чутью. И больше такого не допущу. Поспеши ты туда. Может, кто-нибудь из наших выжил бы. Я думал, пилигримы бегают, как долбанные газели. Барни, заткнись! Что? Если бы он не опоздал, у нас был бы праздник, а не поминки. Успокойся. На случай, если передумаешь. Он может быть невыносим, но когда-нибудь мы добьемся лучшего для этого города. Птичка, за тебя! Вы были близки с птичкой, верно? Он хотел стать поэтом. Все читал мне свои стихи и говорил, что остальным их не понять. А я не говорила ему, насколько они были плохи. Он был хорошим малым. Я взяла его в отряд, когда отец погиб в темной зоне. Ему было 10. Так мало? Слишком мало. Но у него больше никого не было. Поэтому я его приняла. То я сейчас очень ночью... о разных персонажах узнаю. Интересно. Если ты прикончишь тех бандитов... Джек Хер и Джо Манда. Думаешь, если убьешь господ Хера и Манду, что-то изменится? Смерть обычно многое меняет в жизни людей. Карл был неправ. Мы должны отправиться за ним немедленно. Прав он или нет, мы должны ему помочь. Он один из нас. Мы спасем его и заберем кристаллы у Джека и Джо. А еще... я не позволю им безнаказанно убивать моих людей. Ральф, Сьюзи, Логан, Птичка. Мы должны отомстить. Джек и Джо убили их, и теперь они сами умрут. Твоя рация. Иногда она немного барахлит. Сходи к Альберто. Он чинит такие штуки на раз-два. Спасибо. А кто это? Это Айтер. Уходи, но не попадись никому на глаза. Вы хорошо смотритесь вместе. Я на крыше рядом, нужно поговорить. Сейчас? Речь идет о твоей жизни. Кто такой Альтер? Я уже забыл. Я порву это их тот... на куски. Клянусь, я их выпотрошу. Очень. Так, я допрыгну? Да, конечно, допрыгнешь. Я уже очень хорошо прокачался. Так, нет, она меня сейчас заметит. Ну ладно. Аня не заметит даже. Так, а кстати, я хотел по навыкам посмотреть, я изучал. Не, я этот еще не изучал. Проклятые койоты. Что тебе нужно? А, мне Альтер вот этот. То, что а, здесь происходит, точно. Сначала бандиты запутался. Джека и Джо убивают людей Карла. Теперь Софи готовится ответить. Ты ведь тут не замешан? Ты же сам сказал сблизиться с ними. Я собираюсь обыскать лагерь Софи и решил предупредить тебя. Пошли слухи. Ты нашел Лазаря. Они могут заподозрить, что ты шпион миротворцев.
Не похоже. По-моему, они рады любой помощи. Они так говорят. Но эти люди ненавидят нас, Эйден. И всех, кто на нас работает. Так что если они заподозрят, особенно такие, как Софи... Я справлюсь. Лукас тоже так думал, и чем все закончилось? Было бы жаль найти тебя в какой-нибудь канаве без куска шкуры. Ты пришел сюда предупредить меня? Ты помог мне с Лазарем, а я забочусь о своих союзниках. Софи просто нужна вода, и все. Вряд ли она что-то подозревает. Ха, думаешь? Она ненавидит миротворцев. Винит нас в том, что мы не помогаем Базару и в смерти своей матери. Так что, когда мы начнем допрашивать ее людей, будь осторожен. Спасибо за совет. Есть что-нибудь по расследованию? Софи тоже хочет узнать, кто убил Лукаса. Ну и что? Они знают, что если мы докажем, что Лукаса убили они, узнаю Софи, когда она планирует напасть. И будь на связи. Береги Хорошо. Себя. Спасибо. Ты тоже. Так, все. Помоги Софи. Но будь осторожен, Эйден. Хорошо. Хорошо. Кстати, уже видео. На часик. Уже на час, поэтому еще немножечко проходим сюжетку и все. И на этом будем заканчивать. Похоже, Софи здесь нет. Надо ее найти. Какие песни я сложу о тебе? А что мне постоянно метки куда-то ставятся? Так, где мне тут Софи искать? А поспрашивать, куда она пошла? Я ищу Софи. Куда она пошла? Она сказала, что у нее очень важное дело. Подожди ее с нами. Если ты пришел узнать, есть ли у меня парень, его нет. Что не означает, что у тебя есть какой-то шанс. Его нет. Если думаешь, что меня интересовало, есть ли у тебя парень, то это не так. Хотя, если ты передумаешь насчет моих шансов, я тоже мог бы передумать. Класс. Так в чем дело? Присмотри сегодня за Барни. У него на лбу написано «Большие неприятности». Ладно. Так, хорошо, здесь никто. Ты... А вот эти. Привет. Ты не видел Софи? Софи, да, она пошла, она сказала... Она пошла туда. Точно. Спасибо. Подожди, есть Спасибо. еще одна вещь. Ну. Что-то не так с... не работает. Ну, сломано, так что... Папа спрашивает, не сломана ли твоя рация? Иногда она хрипит, но раз пока работает, лучше ее не трогать. Можно спросить? Конечно. Зови меня Эйденом. Винченцо. Эйден, как ты стал пилигримом? Это значит, ты убийца? Да что с... Винченцо! Почему? Что ты... Зачем? Пап, ну, мне просто интересно. Ответишь мне, Эйден? Ну, я не убийца. Возможно, мы поговорим об этом еще в другой раз. И спасибо, что предложили помочь с рацией. Так. А, кстати, вот он. Я здесь. Как твоя рация? Теперь работает? Иногда работает, иногда нет. Когда как? Сьюзи, Логан! Клянусь, я их порву на куски и сожру! Птичка! Ральф! Опять началось. За вас! Я вас люблю! Что дальше? Ты помнишь начало падения, Эйден? Смутно. А для меня, будто это было вчера. Какое-то время мы защищали церковь от зараженных. Моя мать командовала. Каждый день погибали десятки. Большую. Она помогала людям выжить, пока я присматривала за Барни. Она умоляла миротворцев о помощи, но им было все равно. В конце концов, ее ранили. Это произошло на рассвете.
Меня привели к ней, на крышу резницы. Она увидела меня и заставила меня пообещать, что я присмотрю за братом. Она сказала это таким тоном, будто одалживала мне свою машину на вечер. После этого она назначила Карла своим преемником, а меня — его помощницей. «Ты вырастешь и станешь лидером лучше, чем Карл», — сказала она. «Но пока мир охвачен огнем, люди не станут слушать какую-то соплячку». Она ошибалась. Я тоже так всю жизнь думала. Но не сейчас. Сейчас я понимаю свою мать. Лидер должен быть безжалостным. И тогда я не была готова. Я готова сейчас. Я понимаю, о чем ты. И знаю, каково терять близких. Говоришь о ком-то конкретном? Не знаю, говорить или нет. Давайте скажем о мне. О моей сестре. Мне жаль. Возможно, жалеть и не стоит. Это мы еще выясним. Так поэтому ты пришел в город? За ней? Да. Софи, давай поговорим. Пора за дело. Нельзя дать Джеку и Джо подготовиться. Эйден. Эйден. Мы не с того начали. Глоток для храбрости? Может, тебе не стоит столько пить перед делом, барни? Мне? У меня самая крепкая печень в Велидоре. О себе лучше думай, Пилигрим. Где Софи? Вон там, на крыше. Я слежу за тобой. А как она там казаться, если на пару секунд ушла за мою спину? Так, догоню, не догоню. Догнал. Так, залазим. Все интереснее и интереснее становится сюжет. Миротворцы наблюдают за нами. Пусть смотрят, что будет с Джеком и Джо. И что может быть с ними? Ты сказала, что пришло время действовать. Мы действуем. Я отправила 3 разведчиков к лагерю. Карл и Кристаллы должны быть где-то в здании. Лагерь бандитов. Подойдите к лагерю бандитов с помощью бинокля, определите точки входа и местонахождение главаря лагеря. Возможно, так, чтобы захватить лагерь бандитов, необходимо убить главаря лагеря и валентинатов и присвоить тотем лагеря. И когда вы захватили лагерь, то создадите безопасную зону и получите дополнительные награды, очки опыта, оружие, снаряжение и так далее. О, прикольно. Охраны немного. Остальные, наверное, спят. В лагере можно попасть с нескольких сторон. Идти через главный ход самоубийства. Ты пойдешь первым. Мы зайдем с другой стороны. Возьмем их в клещи. Если все пойдет не так, отступим на базу. Куда? В мотель Танго. Угу. Теперь мне к ним идти, да. А это уже будет в следующей серии. И на этом я буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите интересные комментарии. И в следующей серии, и вот по сюжетке будет, по-моему, самая интересная серия. Либо что-то очень прям топовое и интересное по сюжетке. Всем спасибо за просмотр. Удачи. И увидимся в следующем видео. Всем пока.